Война, но до нашей эпохи в архиве хранила родня той жизни последние крохи, чтоб стали они для меня тем миром, ушедшим куда-то и ставшим немым. И вот здесь я прадеда вижу, солдата, как будто из прошлого есть, а рядом счастливые лица, все было столетия назад, моей родословной страницы, 15-й год, Петроград.